городской округ Химки славится своим волонтерским движением. Активной общественной деятельностью занимаются десятки молодых ребят. В лицее номер 21 состоялась встреча с Натальей Никоноркиной, которая курирует волонтеров Подмосковья на базе учебного заведения. На встрече Наталья Ивановна рассказала, что любовь к добрым делам начинается с детства. Начинается тогда, когда мы вместе с нашими детьми спасаем котенка, берем его домой, отмываем, кормим, устраиваем хорошие руки. Вот тогда начинается в ребенке волонтерство. Ну а уже мы вот тут вот в школе, педагоги, вот это волонтерство, которое вы уже заложили с пеленок, его развиваем. Наталья Никоноркина пообщалась с родителями школьников, осветила основные направления работы волонтеров, рассказала о важности добровольчества в современном мире. Как волонтер с большим стажем, Наталья Ивановна передает свой опыт молодому поколению. За плечами более 25 лет работы с юными химчанами. Именно я в нашем лицее собираю ребят и показываю, как здорово быть волонтером. У нас есть общее дело с нашими учениками. Мы выходим на все мероприятия городского округа Химки, но самое главное, потом наши ученики выходят на все мероприятия Московской области, Москвы и России. На встрече ребята из волонтеров Подмосковья рассказали, чем они занимаются и на каких мероприятиях развивают свои навыки. В которых есть какие-то памятники. Эти памятники как-то приводим в нормальный вид. Начальник территориального управления микрорайона Сходня-Ферсановка Сергей Петрухин вручил Наталье Никоноркиной благодарственное письмо. В нем отметили вклад в развитие волонтерского движения, патриотического воспитания и городского округа Химки в целом. Награждение и встреча состоялись в рамках проекта «Герои Химок». Спасибо вам большое за то, что вы организовали это движение волонтерское, что дети, так скажем, во всем участвуют. Ну, просто герой, герой он сегодня. Я считаю, что это так. И все, соответственно, волонтеры, все дети, все просто герои. Молодцы. По мнению Сергея Петрухина, Наталья Никоноркина и ее воспитанники – надежная опора своего микрорайона и достойный пример для подражания. Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.